Колымский ураган на спарринг-сессии в Москве. Боксер Вячеслав Мирзаев готовится к мировому шоу профессионального бокса «Гладиаторы ринга». Он пройдет 17 марта в Анапе. Славин бой согласован как главный бой вечера. Вот. Бой будет с оппонентом из Филиппин, Кенни Димицило. Это, ну, довольно опытный боксер. А вот единственное, что этот бой не будет, мы не делаем его ни титульным, никаких поясов выставляться не будет, мы ни за что биться не будем. В профессиональном боксе Вячеслав Мирзаев 3 года входит в топ-15 мирового рейтинга. За спиной 10 титульных боев, ни одного поражения. 3 месяца назад Тай Цук Просерк Пампитак тщетно пытался отнять у колымского урагана пояс чемпиона WBC International Silver. Очень четко, в нужное время, в нужное место пробивает российский боксер. Непокоренный холерик, провокатор, как его называет тренер Александр Ипатин, выбирает агрессивных соперников, поэтому в этот раз выбор пал на филиппинца. Это очень опытный парень, который на ринге провел порядка 20 боев и отличается от такой жесткой и агрессивной манеры ведения боя. Ну, как говорится, парень с характером. Поэтому считаю, что бой будет очень непростым и интересным, на мой взгляд. Ураган уверен в своей победе на мировом шоу «Гладиаторы ринга». 17 марта поединок Вячеслава Мирзаева будут транслировать в прямом эфире каналы «Матч Боец» и «Бокс ТВ». Буду стараться оправдать ваши ожидания и в очередной раз привести победу на Колыму.